Ну вот, и продолжаем мы. Вы думаете, это блуза? Почти угадали, но не совсем. Это эффектное платье, но все-таки с имитацией блуза, юбка. И давайте посмотрим сейчас мой выбор. Мой выбор — это нежные голубые оттенки. Да, платье, у платья очень яркое название. Цветочная богиня, бренд Олмис, 3499 рублей. Да, Света, я себя чувствую богиней, феей цветов. Я тебя поздравляю с этим, Надя. И хочу сказать, что многие женщины выбирают сегодня для себя свой цвет. На самом деле потрясающий микс платья двойки – это имитация блузы и юбки. Сегодня платья двойки мега актуальны. Поэтому за основу именно своего платья Ирина Московцева взяла совершенно различные ткани, современные ткани. А сейчас давайте познакомимся с яркой палитрой. Черные с красными цветами. Почему это платье только во втором часе? Вы посмотрите, у вас есть возможность эксклюзивно заказать прямо сейчас менее 3500. Черный с красными цветы. Далее. Черный с красными розами. Следующий оттенок для тех, кто любит припудренные розовые оттенки. Нежный розовый цвет. Насколько он будет вас освежать? Сегодня многие женщины прибегают не только к правильной декоративной косметике, но еще и к правильному акценту на ткань. Следующий цвет очень необычный. Как правильно заказать это платье? Глубокий фиолетовый цвет. Это мой любимый цвет. Если честно, обязательно примерю это платье для себя. Давайте посмотрим сейчас на богатство и буйство цветочного принта. Мне очень нравится, Надя, что в этом платье собрано все. И комфорт, и красота, ну и, конечно же, и стройность. Сегодня многие женщины выбирают вещи не только по красоте ткани, но и по их функциональности. Об этом сейчас поговорим. Да, ты права. Красота здесь, конечно, на первом месте. Но вы бы знали, как удобно, как приятно в этом летящем. Что это за ткань? Я уже предполагаю, что это шифон, но он какой-то облегченный. То есть он я даже немножечко показала больше. Свет здесь, оказывается, интересно так все сделано. Да, здесь есть юбка. Но я предлагаю сейчас посмотреть на подиум, чтобы убедиться в том, что платье цветочная богиня идеально садится на любую фигуру. Давайте сегодня посмотрим. У наших девочек выбор, конечно же, очень красивый. Итак, Арина выбирает сегодня для себя черно-красный цвет. И обратите внимание, насколько эффектно смотрится это платье. Рост Арины 1,71 м. Платье Макси, конечно же, выглядит очень торжественно и празднично. Лали выбирает сегодня для себя яркий оттенок сирени. Сочные цветы, богатая палитра. И это, конечно же, платье на все случаи жизни. Надя сейчас хочет присоединиться к нашим девочкам. Иди уже, присоединись. Все три цвета почти собрались у нас на подиуме, а мы с вами можем убедиться, что платье, благодаря стильному фасону, правильным тканям, подстроится под любую фигуру. Я хочу, чтобы наши телезрители могли сейчас выбрать свой цвет, свою цветочную богиню. Когда такое было? 5000, я понимаю, 7000, я понимаю цену за такую роскошь, но 3,5, даже меньше, это такой шанс упустить, который не вправе ни одна модница. Да, у нас сегодня максимальные скидки, да, у нас сегодня час бренда Олмис. Встречайте новинки. Итак, цветочная богиня. И помните, что каждому заказу вы получаете серебряную цепочку. Ну что ж, еще четвертый цвет, который сейчас вы видите у меня в руках. Я бы хотела поговорить о ткани. Это очень важный момент. Итак, платье цветочная богиня от бренда Олмис за счет летящей ткани низа. Вы видите, как она богато струится. Это крепдешин. Я хочу сказать, что многие путают крепдешиновые ткани с шифоном. Да. Крепдешин также, в состав туда входит шелковистая текстура, но крепдешин намного плотнее. И мне нравится, что эта летящая ткань действительно дарит женщинам ощущение комфорта. Легкая летящая юбка. Действительно, это свобода движений. Ну а за верхнюю зону Ирина берет трикотажно-вискозное полотно. Вискозное полотно бывает разным. Здесь в состав входит, конечно же, вискоза плюс хлопок. Я обожаю такие смесовые ткани, которые действительно очень приятные. Давайте посмотрим, пожалуйста, на ткани, насколько они комфортные. Итак, летящие платья, цветочная богиня для любой женщины.
Да, я с тобой согласна. Кстати, я подумала, что шифон, Света меня поправила, что это крепдышин. А это, девочки, такие ощущения, такая легкость, такая приятность вот и в зоне лифа, потому что это натуральная ткань. Никогда не будет проблемы летом, когда жарко. Вы будете и красивой, и вам будет удобно и комфортно. Заказывайте меньше 3500 рублей. Не забываем, у нас есть еще четвертый цвет. Да, наконец-то мы сможем показать для наших женщин все секреты этого платья. Итак, платье состоит из двух частей. Внизу мы видим сейчас эластичное полотно, трикотажно-вискозное полотно, плюс его закрывает крепдешиновая ткань. Вы заметили, что нижняя юбка по фасону карандаш будет обнимать вашу фигуру. Это сделано специально для того, чтобы вам не было жарко. Ну и сейчас вы сами сможете убедиться в том, что крепдешин – это шелковисто-вискозная текстура ткани, и она намного плотнее шифона. Она не просвечивает. И я обращаю внимание сейчас на оверлоки. Посмотрите, насколько сложный процесс. Вы знаете, что на самом деле шов-закрутка, его очень сложно сделать на простых машинах. Это европейские машины. Я сейчас хочу показать, что благодаря именно этому длина юбки выглядит очень даже легко. Да, действительно, юбка полупрозрачная, облегченная. Это новое поколение, это эксклюзивные ткани. Это бренд, бренд All Miss. Сегодня, только сегодня вы получаете эксклюзивные скидки. Вы получаете это восхитительное платье меньше, чем за 3500. Согласитесь? Это нереальная экономия, и упустить такое нет никакого шанса ни у кого. Хорошо, что вы нас сейчас смотрите, потому что каждому платью вы получаете в подарок серебряную цепочку. Не упускайте свои возможности. 4 цвета. Давайте поможем выбрать еще раз, напомним, как правильно заказать. Черный с красными цветами, сиреневый с розовым. Надежда выбирает голубой с голубым, и у нас есть розовый цвет. На самом деле для многих женщин есть еще один важный секрет. Идеальная посадка по фигуре за счет пояса, который находится внутри. Это кулиска, которую вы можете подстроить под себя. Обратите внимание, насколько грамотно расположилась кулиска внутри. Все эти детали говорят о том, что брендовые вещи дают возможность женщинам сегодня подстроить каждое платье под себя. При помощи кулиски вы можете обозначить зону своей талии. И, кстати, вы можете приподнять, изменив силуэт платья. Те, кто захотят скрыть животик, могут просто повыше поднять платье и скрыть секреты своей фигуры.